В своем выступлении он отметил, что уровень преступности в крае сегодня ниже среднего показателя по России. За последнее время значительно сократилось количество убийств и грабежей. Всего же в 2014-м правоохранителям удалось раскрыть 35 тысяч преступлений. Немалую роль в этой работе сыграли казаки, подчеркнул Веневский. В свою очередь губернатор высказался о необходимости увеличения казачьих дружин. Участие казачества в охране общественного порядка позволило совместно пресечь 228 противоправных деяний, выявить более 60 тысяч административных правонарушений. Количество казаков-дружинников, оно, конечно, сегодня влияет и на оперативную обстановку. Мы смогли распарить посты, тем самым увеличить плотность нарядов на улицах наших с вами административных участков, городов, населенных пунктов. Казаки увидели, как работает полиция. Тоже риски, тоже работа, тоже огромный труд и так далее. Та же полиция увидела лучше изнутри казачества. Летом у нас утраивается численность населения. Вот за счет штатной численности приходится закрывать, особенно курортные города. Полиция работает круглосуточно, работает на разрыв. И я не понаслышке знаю, насколько непросто выполнять поставленную задачу. Крайне сложно. И тем не менее система работает достаточно неплохо, эффективно. Я хочу сказать, что вот за этот период, когда возглавляет Владимир Николаевич кубанскую полицию, я должен сказать, пришло очень много толковых ребят. Поэтому в целом, так сказать, я оцениваю очень позитивно работу кубанской полиции, и я вижу, есть и прогресс, и есть над чем работать, и есть куда расти.